Бой начинается. И вот я героически рванул по диагонали вдоль границы и объеду по первой линии. Посижу немножечко в кустах, а там дальше будет видно. Посвечу немножко, чтобы к нам издалека не прорвались лишние хлопцы. Вообще Т-71 там чудесно, с хорошим ходом, довольно точной пушкой и барабаном на 6 снарядов. Другое дело, что никого из одноклассников, никого, оказавшись внизу списка, мы нормально не прошиваем, разве что если сильно повезет. Но сейчас мы где-то в серединочке, так что шансы полупить из пущенки у нас есть. Вот я сижу в кустах и жду героя, работая, помнишь, прожектором перед Хилтон. И вижу, что к нам, ко мне сзади подбираются наши ребята, а именно АМХ-1375 и Т-150. Очень удачно подбираются. Раз я тут не один, значит, можно походить и дальше. Пропущу сначала АМХ вперед. А сам по свечу следит за мной, чтобы не знал, куда ехать. И поскольку мы два таких милых барабанщика, можно вдвоем поработать уже веселее гораздо. Вот сейчас он проехал вперед. Ага. Все чистенько. Никого у него там рядом нет, надо догонять его, потому что сейчас, возможно, кто-нибудь и появится, как бы жалом высветит. А тем временем Т-150 подтянулся, то есть поддержка уже Детруа, мы вполне можем что-нибудь интересного навалить. Поскольку животные дохловатые в плане брони, я тут за косогорчиком просишь. Там АМХ-13 высветил середнячка и уже насаживает ему свой барабан. Вот давай, братец, разряжайся, а тут и я подоспею с подмогой. Вот, разрядился, и мы догоняем комета. И осталось ему совсем немножечко, комета я уговорил. Пока АМХ перезаряжает барабан, прячась, я поеду вперед, посмотрю, есть ли там кто-нибудь. Вот в тех лесочках частенько стоит какая-нибудь арта. Вот она, красивая ГВ-пантерочка. Ну как же тебя в бочину не засадить-то? Сейчас, родная, сейчас. Цель захвачена. Цель потеряна. Прекрасненько. Несмотря на весь прекрасный свет и стрельбу в упор, я ни разу в нее не попал. Либо попал, ну поскольку стрелял кумулятивами, видимо, попал сюда в экран. Больше в этом лесочке никого нету, значит, поедем дальше в тыл заглядывать противнику. Обратите внимание, как часто я использую на Т-71 автоприцел. Ну-ка, Су-152, давай, родная, понял. АМХ нам подсветил, и мы ему честно отвечаем помощью. Уничтожен. Су-152. А вторая, ну-ка. Цель захвачена, цель потеряна. Ушла. И стрельба вдогонку результата не дала. Жаль, конечно, но ничего, будет еще на нашей улице 1 мая. Перезарядились, можно уже вперед. Это у нас такой красивый пантерочка. Дивизию минус 230 по щам получил. Ничего, я на это боком будет поменялось.
Вот S3 сзади подтянулся, получилась полноценная мочилова с двух сторон. Так, где там наша пантера? А, это перв. Не, пантера, я пантера. Пробитие. Эх, и еще раз по мордасам получил. Да что ж такое, на 500 очков посюжет. Что сейчас добавим? Ну-ка, 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 давай хвостик покажи. Есть пробитие. Хе-хе, нормально. Ну, ты 150 своего шанса не упустил. Молодец, молодец. Ну, тут еще есть зачем поохотиться и чего посмотреть. Так что, объедем каждого. Там у нас есть интересный, не видно пока. Поглядим. А Вося попадет в прицел. Вафентрейвер. Эть! Убежал собака. Так, если 152 на нас смотрит мордой, нет, не хотелось бы. Ага, вот он тип 59. Пробитие! Пробитие! Броня не пробита. Не, больше трех выстрелов это дела. Штампочку объедем с другой стороны. Цель потеряна. Говорил прекрасную сушку. Мы посмотрим, что мы можем сделать здесь. Ну-ка, 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 ну-ка. Цель захвачена. Есть пробитие. Уничтожен. Вот так вот. Очень я хотел. Повреждение боевой укладки. Но при этом осталось у меня 12 очков прочности, поскольку борс меня достал. Остался у них один единственный тяжик Т-29. Так, ну и сейчас мы ему насуем. Потому как не насовать ему отсюда было бы грешно. Так, 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 заряжаемся, заряжаемся. Есть! Цель захвачена. Не пробил. Бац. Бац. Есть пробитие. Бац. Броня не пробита. Все в автомате. Бац. Готов. Автоприцел полезная штука.